Привет, друзья, с вами Даймонд, это я. Не понимаю, зачем ты нажал на это видео, потому что здесь нету никакой игры. Это приложение, а не игра, которая называется This is no a game. Что переводится, это не игра. Как мы видим, нам выбор языка. Давайте выберем английский. Жалко, здесь нет русского. Так бы я выбрал его. Давайте уже начинать. Это игра от Камизотто. Вы ее можете скачать в Play Market. Сейчас вы увидите, как она называется. Поставь на паузу и напиши это название в Play Market, и там увидишь все. О, какой-то голос. Привет, пользователь. У меня есть плохие новости для тебя. Здесь нет игры. К сожалению. Так. Ты можешь посмотреть телевизор, пойти гулять, почитать книжку, купить что-нибудь. А, нет, не купить. Эта игра бесплатная. Точнее, нет, здесь нет игры. Здесь нет ничего, что похоже на игру. Это просто приложение, в общем. Так, нам здесь что-то надо сделать. Давайте покликаем, может, что-нибудь найдем. О! Здесь нечего делать. Я вот нашел, что делать. Что ты сделал? Ты поломал название. Что ж, давай это обратно. Давайте. Ну же. Ну же. Ну же. Чуть не ставится. Может, я в другое место поставлю? Здесь нет игры. О, какая-то белая штука вверху появляется. Да давай, ну же. Кладись. Кладись. Эта белая штука растет. О, и появляется звук. Давайте выключим этот звук, а то он меня достал уже. Не трогай это. Это было ужасно. Я звук, как ты знаешь. Для нас выключение звука это как смерть. Давайте еще раз. Пусть умрет. Ты хочешь убить меня? Окей. Да ах ты. Никогда не видел более хитрый звук. О, да. Нет, я не прикачу. Ах ты. Давай, нужен. На тебе. В общем, ничего себе. Ого, а мы это сможем сломать вообще? Ага. Мы это не можем ломать. Давайте его перенесем и сломаем об этот кирпич. Ого. Давай, уничтожай мою жизнь. Давайте открутим. Мы можем открутить болты. Оп. И оп. Что я делаю? Я не знаю, что я делаю. Нет. Не смотри, это личное. Нет. There is a... А, это название игры. Нужно вставить слово game. G. Ну же. A, M, E. О, не-не-не-не-не, да-да-да-да-да! Мы переносимся в игру! О, не помню, как эта игра называлась, но она мне очень нравилась раньше. Сейчас ее там нету ни на PlayStation, но она все еще остается такой же крутой. Сделали бы ее какой-то пообновленней, по современному стилю, то многие бы в нее играли. Так. Хватит ломать кирпичи. О, нет, он перемещает кирпичи, чтобы мы по ним не попали. Я не могу перемещать эту штуку. Я найду способ. О, нет, у него есть идея, как остановить нас. Он уничтожил наш шар. О, давайте выберем второй шарик. Оу. Прям так? Ну, давайте здесь. Оп. Это не смешно. Это смешно. Уходи, пожалуйста. Нет. Я себя чувствую нехорошо. Не умирай. О, нет. Они здесь? Кто? Глюки? А ему не плевать на глюки, потому что он же голос. Я хотел, чтобы ты остановился. Да ты голос, тебе плевать вообще на эти глюки. В звуке, в звуках не может быть глюков, там может быть максимум плохой звук. Думай, думай, думай. Что может остановить уничтожение мира? Есть несколько способов. Вооруженные
зомби, вооруженные или коза. Коза. Это самые популярные. Три это дерево. Не понимаю, что. При чем здесь коза и при чем здесь дерево? Мы перенесли зачем-то кубок. Стоп, можем носить 4 буквы в слове goat. Давайте попробуем ставить сюда мой, что у нас получится. Это подобие буквы О. Это подобие буквы А. Это подобие буквы Т. Да, пожалуйста. У нас появилась еще одна стрелка. Давайте. И это коза. В клетке. Да, она закрыта. Ты должен найти ключ. Давайте вернемся, посмотрим, что можно сделать. Давайте ключ, 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 ключ. Да что за... Мы должны вернуть это. Нам нужно как-то вверх подняться. Ты можешь... Три это... В общем, нам надо воспользоваться деревом. Давайте попробуем сюда еще раз написать три. Надеюсь, у нас... Стоп, у нас же одна вроде бы и. Это A, это A, R, E, и вот она вторая И. Пишем, и у нас появляется дерево. Что ж, это маленькое дерево. Но она должно быть больше. И как же? Стоп! Здесь есть ручей. Нужно его куда-то набрать воду и перелить ее вот... Сюда. Как можно принести воду в на дерево? Кубок, точно! Принесем кубок, вдруг получится. Да, набирается вода, прекрасно. И как? Вот, давай. Оу. Да, готово. Получается. Еще нужно, что ли? Ну, давайте еще принесем. Да. Еще больше. Еще больше, ну же, давай. Я так понял, если мы в любое место обронем, то все равно будет. Нет. Не так все просто. Давайте. Прям сюда. Готово. У нас есть путь наверх. Давайте заберемся и... Нам нужно нажать на дерево. О, что-то ломается. Ну же, давайте поломаем это. И у нас что-то упало. О, это кофе или орех. Давайте дадим тебе. Разломанный орех. А, мы можем вот этим поломать орех. На. У нас появилось подобие очищенного ореха. Вот тебе. Да. И да, у нас есть ключ. Наконец-то. У нас есть ключ. Так, освободи козу, чтобы она трансформировалась в антивирус для этих глюков. Ну, давайте. Ты свободна! Все, давай, освобождай же. Что за... О, нет, коза была ложью. Ложью. Ну же, мне плохо. Больше глюков. Я рисую. Он рисует. Я рисую. Ой, блин, что происходит? Что сейчас будет? Что сейчас будет? И я не умер. Я выжил. Я ошибался. Это была плохая идея. Я извиняюсь. Я взял тебя в опасность. Это была моя ошибка. Пожалуйста, ты не забудешь меня? Давайте... Да. О, правда? Это прекрасная новость. Мы могли бы быть друзьями. А, нет, это хорошая идея. Мы могли бы быстро... Что? Почему? Потому что я сказал... Это не игра. Не игра от Камизото. Спасибо за не играние. Сейчас ты можешь выйти и играть в игру. Потому что это не игра. Да мы все поняли. Ты не играл и тебе не было весело. Это не игра, в общем, это не дроиды. Ты не можешь
пойти на бизнес. Это не игра. Прекрасно. Ну что ж, друзья, мы прошли не игру. Мне прошли не игру. Нам было не весело. Я с вами не прощаюсь. С вами был не Даймонд. Всем не пока.